Ракетная доска, которую используем для обшивки, голландская. Верхний слой толщиной 4 мм, из ясеня, покрыт белым маслом. Соединяются плашки при помощи прочного механического замка и гвоздей. Щели по периметру чуть позже закроют алюминиевый профиль. На полу и технологии укладки, и само покрытие другие. Сначала на стяжку раскатывается звукоизолирующая подложка из технической пробки. Паркетная доска тоже из Голландии, но дубовая, тонированная и покрытая маслом. Дизайн называется history, история. Рукотворные выбоины и царапины, сбитая фаска – все это имитирует старинные полы. Укладка на замках. Последний отделочный этап. Стену в обеденной зоне обшиваем дубовой паркетной доской, той же, что и на полу. Главную роль играет, конечно же, остров и примыкающая к нему колонна. Общее достаточно лаконичное решение мы хотели смягчить деревянными поверхностями. Здесь у нас пластик имитирует дерево, ну а на полу, на стене, на потолке настоящий дуб и ясень. Дерево очень хорошо работает, сейчас это заметно, да, что белая глянцевая печка, в кавычках, да, вот, и дерево. Ну вот нам дало это такой некий уют, и вот то, что мы изначально хотели, такая деревенская тема, может быть, какая-то домашняя, потому что все-таки дерево у всех ассоциируется с теплом. Ну да. С уютом. Да, очень уютно. И несмотря на то, что, например, у нас здесь вот пластиковая поверхность, да, на столешнице, все равно работает. Да, мы специально подобрали и цвет, и текстуру под наш пол. Визуально продолжает идею пола, плоскостей.